Браслет тройной ромб, и вы его сейчас видите на своих экранах. Посмотрите, какой он невероятный просто. Это же золото, ну кто скажет, что это не золото? На самом деле, это, конечно, серебро очень качественное, 925-й пробы, с золотым покрытием 585-й пробы. И почему это не золото? Золото стоило бы в 5 раз дороже, а то и в 10, но... Зачем платить безумные деньги, когда можно приобрести настолько качественное украшение по столь низкой цене? Смотрите, какой универсальный браслет. Я уже говорила, что цепь вот с таким вот плетением тройной ромб подходит и женщинам, и мужчинам. А чем браслет-то хуже? Посмотрите, тоже и женщинам, и мужчинам подходит вот такой вот замечательный браслет. И, друзья мои, я вам еще раз напоминаю о том, что у нас есть, конечно же, и паспорт каждому нашему с вами изделию. Вот он, здесь все указано абсолютно. Браслет, золочение, ромб тройной. Все здесь написано. Ну и, конечно же, обращаю ваше внимание на то, что у нас здесь есть еще и замочек-карабин. Наш с вами любимый замок-карабин. Очень надежный, очень качественный. Лапка краба, я его называю. Вы видите, пробы у нас тут все есть на нем. Браслеты ждут вас. Они просто готовы лечь на ваше запястье и придать вам замечательный вид. Посмотрите, серебро 925 пробы, покрытие золотом, друзья мои, у нас есть два размера, 18 и 19 сантиметров. Такие вещи нужно приобретать.